Здравствуйте, меня зовут Калентина Наталья. Я технолог и преподаватель компании Nika Nagi. И сегодня я вам расскажу про такую интересную базу, как Альянс Гель. Альянс – это жидкий полигель. Как им работать, я сейчас вам расскажу в нашем мини-ролике. Мы изначально делаем стандартную подготовку натуральной ногтевой пластины, проходим бафом, затем наносим праймер. Праймер бескислотный. Праймер является двухсторонним скотчем, который склеивает ногтевую пластину и искусственное покрытие. Праймер сушить в лампе не нужно. Затем наносим Альянс гель. Давайте посмотрим на его консистенцию. У него очень приятная консистенция. Он не густой и не жидкий, он средней вязкости. Поэтому мы промазываем сначала тонким слоем полностью ногтевую пластину. Для того, чтобы наш материал затем равномерно распределился по ней. Затем я беру каплю Альянс геля, ставлю каплю и делаю выравнивание. Его средняя вязкость дает сделать вам идеально ровную поверхность. Большой плюс у этого материала, что он не дает усадку. Подходит также для тонких, для внизрастущих, ослабленных, для длинных и скрученных ноготочков. Не дает отслоек от свободного края и также со стороны кутикулы. Он подходит для всех ваших капризных клиентов. И я рекомендую вам просто жидкий полигель Альянс. Отправляем в лампу и сушим 1 минуту. Для всех ваших капризных клиентов я рекомендую жидкий полигель Альянс.